Так, вот вам, пожалуйста, Юпитер. А его касается какая-то планетка, да, вверху. Видите, шнобачок такой. Вверху справа. Очень любопытно. Так, уменьшаю, сейчас справа должен появиться серп лунный. Оп, появился. 20 угловых градусов между Юпитером и Луной сейчас. Завтра будет 2 угловых градуса, но, к сожалению, у нас в Запорожье. Ну, то есть у нас. Я нахожусь сейчас в Запорожье, в Запорожской области, близ города Орехов, который я сегодня утром проезжал, едучи из Работино. И городу Орехов досталось от Российской Федерации на орехи, что называется. Смотри. Да, поразительно, что еще светло. Сейчас покажу. Просто. Я только что закат солнца сниму. Ну, я думаю, видно, что да, небо еще розовое. Я не хочу просто никаких деталей в кадр пускать. Ладно, сейчас давай. Наверное, еще раз зарядимся, снимем отдельный Юпитер. Что-то там красивенько наблюдается. А где Сатурн? Ладно, сейчас посмотрим, может, еще Сатурн снимем.